Всем привет, друзья! Сегодня хочу показать вот эту вот красотку, которая у меня распустилась уже давным-давно. И у меня никак не доходили руки ее вам показать. Вот. Она полностью вся распустилась. Там лезут внутри еще цветоносики, где-то я видела. И она вообще не соответствует сорту. И поэтому опытные фиалководы, пожалуйста, подскажите, что с этой фиалочкой не так. Либо она будет такой пятнистой в следующее цветение. Я ставлю фотографию, как по сорту она должна цвести. Подскажите, пожалуйста, может быть, она в следующее цветение будет такой пятнистой. Или же это вообще не тот сорт. В общем, что с ней не так. Смотрится она довольно-таки миленько, знаете, и не знаю даже, что с ней делать. Вот так лезут у нее пестролистные листики. Это уже мои листики, которые у меня выросли. Ну, единственное, что мне не нравится, что у нее длинные цветоносы, и они вот так вот ложатся. Как для меня, она очень-очень такая вот простая. Вообще ценность этого сорта. Вот. Ну, простая, но очень-очень миленько. Миленько и обильненько так она цветет с первого раза. Вот такая вот фиалочка. Это одна зацвела из моих деток, из заказа. Остальные еще пока что не цветут, но очень-очень выглядят презентабельно и уже очень хорошо подросли. Вот какой огромный стал счастливый дьявол. Очень-очень красивая у него розеточка. Здорово, они очень все подросли. Так, сейчас поставлю ее на место. Очень красивые листики у них растут, которые уже у меня растут. Не доходят руки у меня их пересадить. Что я вам хотела еще показать? Это мои листики, которые мне присылали в подарок. Все листики у меня укоренились и на силу Божию дали деток. Очень-очень долго они у меня сидели под стаканчиками. Таким вот образом. Да, в тепличке. На северном окне. Где-то, наверное, месяц или два. Потом я психанула. Мне уже надоело ждать. И я их переставила. Уже пооткрывала и переставила на южное окно. И только я их переставила, у меня через какое-то время, видите, как это, наконец-то появились уже такие вот детки от листиков. Вот этот вот листик, да, дал детку, и удобрение попало. Вода с удобрением, видите, сожгла. Детка живая. Вот такие у меня дела. Способ хороший. Каждый стаканчик у меня был накрытый, как тепличка. И поливала я укоренителем. Укоренитель я уже показывала в своих видео. И листики 100% все прижились.